нашего восьмого этажа, да. Вот такая вот классная гостиница. Вот так вот она выглядит. Такая внутри как пирамидка. Вот наши елки. Там сейчас пойдем фотографироваться в этой елке. Вот мы спустились на первый этаж, да. Сейчас обязательно. Чтобы просто показать лобби такой гостиницы. Не снимай, не могу. Вот такое лобби гостиницы. Вот смотри, как красиво. Ага. Какая структура. Меняет цвет. Такая вот. Красота. Видели, вот мы находимся в Сан-Франциско. Встретили русскоязычных из Лос-Анджелеса. Очень приятно. Вот такие у нас девчонки тут. Вот у нас такие. Пойдемте. Добрый день, дорогие наши видеозрители. Вот мы подошли к такой одной из основных главных улиц Сан-Франциско, да? Это называется какая улица? Гири, да? Это, ну, это называется... А, Пау. Вот это вот называется Union Square. Девочки, вот мы сейчас перейдем улицу. Подойдем к главной елке, посмотрим, есть ли там каток. Внимание, какая елка. Пальмы украшены. Вместо елок вот пальмы у нас, правда, Юля? Такой вот здесь каток. Мы подошли к катку на Union Square, но идет такой дождь. И вот так вот катается, да? Ладно, давай я тебя накрою. Прямо под дождем катается. Вот такой вот у нас центр Сан-Франциско. Называется Union Square. Такой маленький каток, пятачок. Ну вот, девчонки наши оживились, повеселели. Отдохнули, посетили. Отдохнули, массажик нож получили. У нас дождик перестал идти, да? Вот еще раз. Еще раз наш Union Square. Девочки! Они сподлите вот так, чтобы смотреть. Вот девчонки! Кстати, только бороду не ложи на этот самый, ладно? Да, елка большая. А вон там. А вот это вот Saks Fifth Avenue. Tiffany Corporation. Что здесь еще? Просто реклама. А вот это Macy's. Скажи, такой трамвай. Едем на трамвай с Пау Стрит до Эмбаркадера. Да. До гостиницы Hyatt Regency. Вот мы приехали с Пау Стрита, да, с Union Square. Вот нашу гостиницу, вот это вот высокое здание, Hyatt Regency, да, вот это наше. А вот здесь вот эти, как-то пир. Какой тут пир, Юля? Не 39. Это пир 1, пир 2, это порт, да? Ой, вот Сан-Франциско порт. А вот если вы посмотрите дальше, вот это и есть наш Bay Bridge, да? Вот мы увеличим. Вот это вот один из длиннейших мостов, да? Да, Злата, вот видишь? Вот так. Так вот видит, выглядит вечерний. А вот такая вот там вот наша гостиница. А завтра мы пройдем днем на пир 39, да, покажем вам тюлени, карусели двухэтажные, да? Так, вот мы поближе. Что тут написано? Поближе подошли. Так вот. Вот это вот Market Street, основная улица финансовая Сан-Франциско. Вот. Добрый день, дорогие зрители. Сегодня 25
декабря 2018 года. Вот, дождь прошел, вот такой вот вид с балкончика нашей гостиницы. Такой вот тихий океан. А вот там каток внизу. Сейчас мы туда пойдем кататься и потом дальше пойдем по пиру. Подходим к пиру 39. Джингл Белл. Там такая улица. Вот туристический автобус. Вот мы подходим. Сейчас дальше вам покажем пир. Вот здесь уже всякие яхты пришвартованы. Дошли мы до нашего, вот смотрите, пир 39. Сейчас покажем вам, как выглядит этот пир 39. Зарок кафе. Вот такая елка тут тоже, да? Ты меня за руку крепко. Так, я камеру выключу, потом дальше тут уже. Так, выйдем, продолжаем пир 39. Толпа, очень большая толпа, тут прям невозможно. Ну, идем, зайдем, зайдем. Давай. Заходи. Ты на секунду, давай сюда, зайдем. Давай, вот мы зайдем. Магазин. Чик. Good, thank you. Интересный магазин. Продолжаем наш поход по пиру 39. Какое? Пойдем, пойдем. Какое несчастье, закрыто. Подойдем к океану. Смотри, а здесь, наверное, какое-то шоу будет. Смотри, детское. Видишь, все. Ну, сейчас, если будут фокусники выступать, посмотрим. Пошли, подойдем. Да, смотри, Smart World. Наверное, начнется сейчас, да. Посмотрим, пойдем. Пошли, подойдем к пиру, заснимем воду. Сада, за руку меня держи. Вот здесь вот. Вот это Тихий океан. А вот там Алькатрас вдалеке. Тюрьма, Сада, тюрьма, где раньше сидели. В тюрьме. А вот лодка поехала на Алькатрас, смотри. Наверное, повезла. Смотри, смотри, какая маленькая лодчонка. Представляешь, представляешь, смотри, такая, какие, в какой воде. А посмотрим, куда она поехала. Sorry, excuse me.
Елка зажглась. Смотри, как елка красива. Мы с девчонками провели Рождество или Крисмас в Сан-Франциско со вчерашнего, да, останавливаясь в гостинице Hyatt Regency. И вот сейчас уже ждем Евгения Николаевича Звягинца и поедем домой, да? И бросаем Звягинца. Алиса? Я, кстати, твою положила в сумку, потому что у меня моей нет места. Сада, сейчас нет опросов. Стой. Нет, со мной вот здесь, да, только рядышком. Нет, ну когда ты на машине. А, ну конечно, нам где-то будет сидеть. Смотри, как красиво. Лучше на елку смотрю.